как тебе сегодняшняя прогулка? Хорошо. Окружение с аквалангом, с трубкой, с специальной маской, на дно. Классно. Страшно было? Не успела. Меня не успела испугаться. Дышать было легко? А дышать было легко. Только уши закрывали. Хорошо запомнила язык. Наталья. Да. Наверное, все равно отвлекалась на... Где ты смотрела, мне показалось, что ты где-то отстал. Запомнилась, да, интересно. Само ощущение, что ты можешь долго быть под водой. А купание с маской? Не очень. Мне возле нашего Вероклава... Купание с маской, там, а чем нравится там больше? Там много рыб всяких, они вот так плавают. Намного больше рыб, и они очень красивые, очень-очень. Наверное, удачное очень место. Где... Рекомендуем, да? Да, рекомендуем, да. Вера Клав. Квин, ресорт Ключ. А как обед? Ну, обед. Что мы сюда есть, приехали, обед как обед. Мандаринки в конце вкусные. Все нормально. А яхта? А? А яхта? Как яхта называется? Яхта, как тебе понравилось? Яхта? Яхта, хорошо, понравилось. Нет, замечательная прогулка по морю красивая. Напомни, как яхта, я забыл сам. Розетта... Флауэрс. Флауэрс. Розетта Флауэрс наша называется. Катер прогулочный.